21 сентября детский сад номер 8 городского отдела образования Черноморска отмечает, можно сказать, свой второй день рождения. 10 лет назад, после капитальной реконструкции, дошкольное учреждение вновь распахнуло свои двери. Сегодня дружная семья детского сада, а это 12 групп, в которых воспитываются 290 малышей. Их родители и коллектив дошкольного учреждения празднуют 10-летний юбилей. С теплотой и гордостью говорит о садике «Жемчужинка» его заведующая Светлана Малахова. Сегодня очень радостный день для нашего коллектива, для наших детей, для коллектива родителей, я считаю, для отдела образования, я тоже так думаю. День рождения детского сада после реконструкции, который открылся в 2007 году. 10 лет садик продолжает функционировать, работать, принимать детей. И наш коллектив делает все для того, чтобы детям здесь было радостно, чтобы дети развивались, дружили и любили свой город Черноморск. Большая поддержка идет детскому саду. И это дело образования. И от городских властей. Потому что все, что делается в детском саду, благодаря городу, благодаря родителям. Особые пожелания звучат в адрес малышей. Ведь именно они в этот день виновники торжества. Воспитанникам только хочу пожелать, чтобы они росли послушными своим родителям, умными, творческими, креативными, чтобы они с радостью познавали этот мир. Родители воспитанников «Жемчужинки» считают, что один из главных критериев, по которым можно оценивать детский сад, это работа педагогического коллектива. Моя дочка ходит в этот садик уже 4-й год. Она сейчас в старшей группе, будет выпускницей. Мы очень любим нашу «Жемчужинку», потому что здесь комфортно, как дома. Здесь замечательные воспитатели, замечательные няни. Вообще очень добродушный педагогический коллектив, руководит которым очень ответственная, очень влюбленная в свою работу заведующая Светлана Николаевна, за что ей большая благодарность. Очень хорошо кормят деток, детки довольны, развитие получают должное, интересные занятия проводятся, интересные мероприятия. Садик новый, прекрасный, новая мебель, прекрасные условия для детей, но самое важное – это теплая атмосфера в садике и любовь, которую дают педагоги детям. Малышу с удовольствием делятся своим мнением о родном садике. Мне нравится в детском садике, мне там много друзей. Мне очень хорошие, очень добрые воспитатели. Я очень люблю свой садик. У меня здесь много друзей и хорошие воспитатели. В честь юбилея воспитатели вместе с малышами с выдумкой и фантазией украсили территорию детского сада и постарались провести праздник, который надолго запомнится всем его гостям.